В этом сезоне корпорация «Технониколь» усовершенствовала свою фасадную плитку «Хауберг». Что изменилось? На лицевой стороне больше нет клеевых полос. Клеевые полосы перенесены на тыльную сторону фасадной плитки. Их стало больше, и они шире. За счет этого повысилась площадь сцепления фасадных плиток друг с другом. Эффективность сцепления повысилась за счет того, что мы изменили рецептуру клеевого замка и увеличили толщину клеевых полос. Транспортировочная пленка предотвращает склеивание гантов в упаковке. Теперь крепеж не перекрывает клеевые полосы. За счет этого лепестки лучше прилегают к предыдущему ряду. Смонтируем плитку на фасад. Очень важно, чтобы гвоздь пробивал не только тот гонт, который мы крепим, но и предыдущий. Корпорация «Технониколь» производит три коллекции фасадной плитки – кирпич, цокольный кирпич и камень. Все они выполняются с одним типом клеевого замка, с которым мы сегодня и ознакомились. Выбирайте свой «Хауберг», и пусть фасады ваших домов будут надежными и красивыми.